Я всем здравствуйте. Здрасте, на канале Пиратская жизнь. У нас сегодня на ужин вкусная приготовленная картошка с курицей, запеченная, сметаной с чесноком. Смотрите, как красиво. А, классно пахнет. Картошка у нас протушилась. Смотрите. Вот, курочка у нас тоже. Что-то вкусно. Правда, конечно, Вован переборщил с тимьяном. Я его уже отругала. Не с тимьяном, а с розмарином. Да, что-то он как-то херакнул его. Вот, также у нас, смотрите, что салат свежий. Просто добавил чуть-чуть масла пахучего, и все. Вот, и вот у нас еще хлебушек тут такой вот вкусненький. Потому что у нас много вот этого соуса. Почему-то, кстати, сметана отсеклась. Вот, ну, в принципе, вкусно. Знаете, практически нету масла вообще. Он считает, что, грубо говоря, ПП. А почти так и есть. Сметану я слабенькую взяла. 15%. Курицу тоже ничего не добавляли. Тут даже жира нету. В общем, делаем облегченный вариант. Что-то я думала, что я присолила. Не, нормально получилось. Картошку все впитала. Лишнее. В общем, вкусно. Курица мягкая. Ну, она прям быстро сделалась. Это же бедрышки. Смотрите, как получилось. Кстати, кинза не помешала. С кинзой вкусно. В общем, дело. Вот целый протеин. Хоть объешься. Ну что, как? Не все равно? Ну, скажем так. Нормально. Я боялась, что присолила, но нормально. Вот розмарин, конечно, ты переборщил. От души прям, скажем так, насыпал. Нормально насыпал. Ну, картошка мягкая. Я сейчас когда проверяла, она внутри немножко под курицей была, немножко не пропекшаяся, не проварившаяся, скажем так. А сейчас вот хорошо. Достояла, так сказать. Общая сложность где-то около час 10 стояла в духовке. Ну, вкусно. Что-то с пивом будет нормально. Пью, кто бы тебе дал еще. Вот видите. Курочка достала. Сегодня сделали. По-быстренькому. Картошка тут сама очень вкусная. Все же чабата. Соус. Правда, я, конечно, другой эффект соуса ждал. Но мне кажется, конечно, с этим, с майонезом было бы вкуснее. Майонез такой продает вкуснятинку. А с другой стороны, это со сметаной более так здоровая пища. Кинза, кстати, нормально прижилась на курице. Приятного аппетита. Да что? У тебя нас картошки нету. Надо сходить будет. Купить еще картошки. Дорогая, конечно, 95 рублей. Но вкусная. Это сама по себе вкусная. А вот египетская, кстати, она прям, да, какая-то плохая. Мне не нравится египетская картошка. Мы их что-то один раз взяли. Вообще пустая какая-то, крахмал один. Вкуса нету. Совершенно. Вот розмарина. Розмарина, конечно. Девочки, один розмарин. Вот это все розмарин, смотрите, видите?
Один розмарин? Один розмарин. Угу. Я уже его отчитала, уже отругала. Да? Говорю, блин, вообще писец. Такие травки добавляют чуть-чуть. Ну, как, знаете, веточку кладут, чтобы потом ее убрать. А он от душины. А чем? Я говорю, такой щенок для себя одного готовит, любимый. Здесь еле чувствуется. Еле-еле. Угу. Кстати, она не чувствуется. Чеснок, кстати, вообще не чувствуется. Не, вкусно, но, блин, ты же знаешь, я не люблю розмарин. Я не люблю вот всех тимьяны. Вот это вот все я не люблю. Мне тут хреначит каждый раз. Это говорит человек, который в спаре берет что? Картошку Айдахо. И там нету этого. Либо они так делают, что там не замечают. Там тмин. Там немного кладут. Ты прям... Ты знаете, что делать? Сейчас хотел, знаешь, что делать? Взять этот розмарин и просто ему сверху еще как приправой. Посыпать. Да. Давай. Давай сделаем. Ты же любишь? Вдруг тебе его мало. Я переживаю. И каждый раз делать назло. Не стало. Каждый раз назло делать. А ты типа когда глядела, не видела, да? А что тебе скажешь? Стоп! Я же не знаю, сколько его нужно. Ну по вкусу, блин, вот один розмарин. Даже чеснок вообще не чувствуется. Ничего не чувствуется. Чеснок чувствуется. Да нифига. Меня чувствуется. Так вот, один розмарин у меня. На чеснок. Угу. На курицу. Невнятный вкус чеснока. И это вот, кстати, не чувствуется. Паприки или как там. Короче, девочки, хочешь сделать что-то хорошо? Ради. Сделай это сам, да. А ты говорил, сметан будет мало. О, все, сметане плавает. Пальчик класть, пожалуйста. Да. Все, в следующий раз готовить сама. А типа это я готовил, да? Да. Ты тут я идею дала. Mm-hmm. А ты тут все со специями. Тут в самом начале орал. Возьми, бери специи. Не, главное, когда вкусно получается, это значит, все он готовил. А когда просто съедобно. А что, не вкусно? Вов, оно съедобно. Значит, ты не умеешь готовить. Я. Ты. Я? Да. Кто тут пересолил-то? А ты чувствуешь соль? Да. Да? Окей. Я пересолила, а ты нахрен начал этого розмарина. Я всегда думала, что розмарин добавляется чуть-чуть. Просто вот легко уловимый аромат. А не вот так вот. Нет, оно вкусно, оно съедобно. Если бы было раза в три меньше розмарина, я бы тебе сказала спасибо. Три раза. Не в два даже, а в три. Ну, все, что он, смотри, видишь, в соусе. Видите, это все розмарин. Ничего. Ну что? Это очень яркое. На твоей любимой картошке там раза в два больше. Какой? Какой? Ой, вот я в следующий раз специально спарь возьму и буду прям смотреть, где там розмарин. Вредный тип. Так. Курица мягкая. Она прям очень мягкая. Сочная. Ну, курсу там не испортишь, нравится. Это бедрышки. Она даже без кожи. Она как, не знаешь, на гарнир приготовить. Ты же курицу. Мы на гречке, я помню, делали крылышки.
Прикольно все это получается. Спасибо. Не, по сути, это нормально. Я чуть боялся, что присолил, не, нормально. Картошка питала лишняя. Получилось нормально. Вот розмарин. Да-да-да. Ну, конечно. Соль тут как раз. А розмарин. Я просто не понимаю, что розмарин слишком яркий вкус дает. Понимаешь? Эти про что? Он должен быть таким. Я все-таки хочу сделать потом картофель Айдахо. Надо, ребят, взять все-таки картошку. Сделать, может, настоять самим чесночное масло. Вот, и сделать картошку такую. Будет вкусно. И в духовку. Будет вкусно. То у нас получилось какая-то как вареная. Запеченная. Там вот закрывается плотно духовка, и все вот эти... Ты хотела на пару. Вот она и получилась как на пару. Те соки, все, весь воздух этот с паром внутри остался. Еще будешь тебе положить? А что, невкусно? Вкусно. А что, не хочешь добавки? Значит, невкусно? Там так мало. А что мало там? Ну, он еще цел противник. Надо будет предложить. Подостынь немножко. И уберем. Я понимаю, почему мне не нравится. Потому что это сметаной. Потому что ПП. Здесь нет ничего, ни жирочка, ничего. Здесь со сметаной. Потому что если бы это было с майонезом, тут бы за уши не оттянешь. Майонез как-то по-другому. Причем, когда майонез там это подвергает температуре, он не превращает вот в лаву вот эту вот. Он просто вот жарит картошку. В масло. Да, он в масло превращается. А картошка в масле, когда в духовке, получается, она как жарится. Вот, и как раз подсушилось бы это все дело. А так как здесь у нас сметана, она получилась как это, как влага какая-то. Ну, как я вам объяснить, я не знаю. Ну, понимаешь, да? Пошли. Достаточно вспомнить, как делается майонез. Ну, да. И из чего делается сметана. Ну, да. Поэтому и... Где майонез? Дай майонез. Может, мне легче станет. Ну, мне кажется, знаете, курица с майонезом вообще класс. И картошка сейчас запекается. Я хотела сделать полегче. К врачам сходишь, блин, наслушаешься. Про эти ПП, блин. Потом ругаешься. Врачи плохо влияют. На тебя, да. Да. А тебе-то что? Сидел довольный. Сидел. Да. По пузику поюлозили. Счастливый. Сначала понадавливали, потом... Поюлозили. Я помню, тогда прошло, потому что первая духовка, ты помнишь, раз приготовить тоже картошку с курицей. Когда еще Мишаня пришел, Рома. Это так вкусно получилось. Это мы тогда делали с сыром, майонезом. Сыр мы добавляли. Все вот это противное, все это вредное, понимаете, оно то все такое вкусное, блин. Жить вообще вредно. Горько. И вкусно. Вредно и вкусно.
Тут соус нанеси. Как всегда, за кадром будет видать. Просто, знаете, когда очень долго живешь с одними вкусовыми привычками, и когда пытаешься пристроиться, ой, это очень тяжело. Очень сильно. Поэтому все эти вот ПП-рецепты, конечно, такой себе. Вот сравнивайте. Вот сметана, да? 15% жирности. Все. А тот же самый майонез сколько там? 67. Вот. Вот этих 52 мне не хватает. Майонез как делают? Что? С чем? Желток, масло. Успевают. А лимонный сок, горчица. О. Все это делается на оливковом масле. Ну, не всегда. Правильно, если делать. Ну, да. Что там больше всего присутствует? Масло. Именно. Поэтому при... разложении? При тепловой обработке, угу, что получается? Правильно. Масло выделяется в первую очередь. Угу. А все остальное исчезает. И придает вкус блюду. Угу. В основном что? Горчица. Правильно. Горчица. Угу. То есть ты фактически ешь то, что впиталось. Ну, соусом. Это в мясо или еще во что-то. Угу. С горчичкой. Да. Это просто сметана. А сметана из чего делается? Сливки. Что вообще такое сметана? Сливки. Сгущенные. Ну, это схищенные, или как так это называется. Не знаю, короче. Ну, короче, из молока. Ну. Там еще добавляют и простокваш. Я уж не знаю, как делать сметану. Я просто знаю, что с майонезом вкуснее вот это все. Там, наверное, просто как-то майонез так это забивает вкус. Просто делал уже с розмарином. Так вот он не чувствовался. Делали тогда не с розмарином. А с чем? Тмином. Угу. Да, ты любитель. То тмин, то розмарин. Там вообще тмин. Там были и семена тмина. Угу. Вот он любитель, блин, это все дело. Добавить. И тем не менее, ты упытаешь за опищу. Да! Ты... голод не тетка. Да, потому что жрать хочу. Ничего, да? Да. Ну, вкусно. Да, пойду доем. Ты не будешь соус? Нет. А, ну ты не будешь, да? Нет. Ты не будешь соус. Ну, что, здесь даже в соусе нету масла даже вообще. Да, не хочу. Я знаю, что сейчас за кадром сожрушься. Ничего. Вот у тебя салат, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пьет одним глазом, а мы салат смотрим. Салат. Ты что там смотришь? У меня там ничего нету. Я тебя буду хрустеть этим салатиком на ушко. Да, хрусти. Куда вилку тянешь? Сейчас я... я поровну положила. Причем, кстати, похрущу. Тебе чуть побольше даже. На вилочку я. Да. Сейчас плюну и будешь есть. А плюну для того, чтобы я тебе его отдала, да? Чтобы вкуснее было. Смотрите, салатик какой. Тут у нас помидорки, огурчик, зеленый лук, который Вован обожает. Редисочка свеженькая. Немножечко соли. Чуть-чуть масла. Пахучего. Плохо у тебя получается делать вид, что тебе все равно. Да, у тебя тоже плохо получается.
Да-да-да, еще оближи ее. На, ешь. Я наелась. Ну ты у нас любитель салата. На! Я же тебе вот дала без вилки. Да, 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 поставь. Ты не веришь? Счастье. На. Ешь. Чего ед? Можно? Твой ед ешь. И он компотик попьет. Так что вот, кто не следит за фигурой, вот, лучше, конечно, все-таки делать это дело с майонезом. Тогда будет реально вкуснее. Ну, ешь салат. Давай. Я пока еще поболтаю, а ты кушай. Вот. Так что вот такие дела. Ну, чеснок, мне кажется, знаете, курица, картошка, они просто обожают. Все дела. Вот. В следующий раз вот это. Надо сходить к ребятам, взять у них нормальные картошки. Я, наверное, все-таки запеку, чтобы она прям до хрустящей корочки. Будет очень вкусно. Сначала можно на пару, а потом включить верхний гриль. Вот это вот. И... Конвектомат. Так что вот. Ах, такие дела. Ну все. А он доедает за кадром. Чего? Ты не будешь? Огурчик к огурчику. Ты не будешь салат? Грибочек к грибочку. Ну ладно, ты сейчас не будешь, я тогда ем. Ты давай, давай, заканчивай тут. Нечего тут басни разбинводить. На, кушай. Ты можешь съесть салат. Ты можешь съесть пельмешку. Ты сможешь съесть пельмешку. Не хочу, да? Я не хочу. Да, 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 у меня сила воли есть. А у тебя нету. Сила воли. Сейчас посмотрим на его силу воли. Камера выключена. Вот так вот будет все. Да, да, да. Ладно, будем заканчивать. Все. Всем огромное спасибо. Обязательно нас подписывайте, ставьте лайки. Еще обязательно что-нибудь приготовим и покушаем. Увидимся в следующий выпуск. Всем спасибо, всем пока-пока. Чего? Камера выключается. Чего? Ну ладно, ладно.